Карагандинские медики рассказали, как чувствует себя молодой мужчина, которого столкнули с эскалатора. Инцидент произошел в торговом центре и шокировал горожан. Парень спускался по движущейся лестнице, когда его кто-то пнул в спину. Он, естественно, потерял равновесие и буквально рухнул на пол. Нападавшего быстро вычислили. Им оказался 31-летний местный житель, который 14 лет назад состоял на психиатрическом учете. В его адекватности полицейские усомнились и сегодня. Нападавшего отправили в спецучреждение. Пострадавшему же понадобилась помощь медиков. Он повредил несколько зубов и порвал губу. Всему телу синяки и ссадины. Сам 25-летний парень комментировать произошедшее на камеру не хочет. В ужасе от всего, что случилось. И рад, что вообще остался жив. Из-за диагноза нападавшего крайне скупо инцидент комментирует и в полиции. По факту нанесения телесных повреждений 25-летнему жителю города Караганды зарегистрировано уголовное дело по статье 293, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть хулиганство. Сотрудниками полиции установлен 31-летний мужчина, который в неадекватном состоянии помещен в психоневрологический диспансер.